Цими вихідними національні дружини відзначали третю річницю з дня створення організації. Мета роботи нацдружинників, за словами лідера національного корпусу Андрія Білецького, боротися за порядок на українських вулицях і працювати з молодими поколінням. З нагоди річниці провели масштабний всеукраїнський турнір. Прийти подивитися на змагання зміг кожен охочий. Всього в заході взяли участь близько 1000 чоловік. Урочистою частиною була, увага, «Містерія вогню» і духу переможців на березі Дніпра. Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава корона! Україна! Боже усе! Продовження того, що ми говорили про поліцейську державу. Для чого в країні, де найбільша кількість поліцейських на душу населення, ще й парамілітарні структури, які не знати, який в них статус, але вони ходять, як то кажуть, кошмарять суди, ті всі патрулі, де без працівників поліції вони не мають права займатися тим, чим вони займаються. Зривають сесії міської ради, таким чином це вплив на місцеве самоврядування. Ну, во-первых, это для устрашения. Там, где государство не может напрямую повлиять, там, допустим, либо органы государственные, да, то можно, в принципе, пресловутых активистов заслать, которые якобы не являются государством, но, тем не менее, условно выражают волю какой-то части народа. Ну, либо всего народа. Ну, таким образом можно показать. Вот, мы пришли от народа и можем сделать так, как хотим. А пан Аваков как тогда? Ну, так, а пан Аваков мы уже обсудили. То, что, в принципе, он как грамотный режиссер, он отрабатывает все вот эти вот манипуляции с помощью вот этих вот инструментов, которые в данном случае вот это фаер-шоу устраивали. Либо же потом ходят, их потом носом в землю тыкают и надевают наручники. Отводят в отделение, а после этого опять отпускают. То есть, как бы, вот, пожалуйста, одной рукой я собаку науськиваю, а другой рукой я ее сдерживаю. Розділяй, владарю, нічого немає нового під цим під місяцем. Але, пане Олеже, це стилістика, факела, вигуки, ніч, утаємничені. Це все стоїть денег. От я так прикинуть на пару минут, да, факели, масовка, як мінімум чоловік 40. Це все риторика 30-х років минулого століття. Ні, це красиво. Це дуже красиво смотрится для определеної публіки. Ну чому ж? Ви думаєте, у цього немає підтримки? Ви серйозно вважаєте, що це так красиво є? Хто знає, як створювалася нацистська Німеччина? Ні, тут не треба сравнювати з фашизацією. Тут просто є політичний інтерес товариша Авакова. В 2012 году, кажется, тетушки появились, да, впервые об этом начали говорить. Бедный Вадик Тетушка, наверное, там... Из раздачи попал. Да, да, да. В мае там или когда-то. Да, да, перед парламентскими выборами. Вот это было прославить прозвище предки свои. С тех пор эта тенденция как бы неофициально шла. Все равно каждая партия или крупный игрок имел в себе там в виде охранной фирмы или в виде какой-то структуры бойцовского клуба. Ему нужно было подстраховать, да, например, какие-то телодвижения начинают. Это, окрім того, что у нас полицейских сики. Аваков первый, кто легализировал это официально в виде общественной организации и структуры. Вот и все. Это ничем не отличается. Ну, мало тут, добавил еще туда идей. Плюс занял какую-то часть молодежи официально, подмял. А то ничего, что молодежь может запросто проломать голову журналисту на улице? А, может, и, скорее всего, не дай Господь Бог, это случится, потому что во многом это все процессы превратились в неуправляемые. Вы вспомните земельную реформу, когда были акции протеста. О, я бачу, до речи, их. Я так понимаю, что если бы он знал, что таки попрацювати на земле в 6 ранку встать и в 12 лягти, он же далекий от того. Наверное, родители его и работали. Ну, просто потому что в основном это выходцы из сельской местности, которые хорошо бы на заработках так в Киев перевезти. Это было очень давно, уже, наверное, все позабывали, как это вообще работает. Как, да, генетически. Да, лет 25 назад, в лучшем случае. Мы все прекрасно знаем, что кисяк цих, там, национальной дружины, национальный корпус, там, батальон Азов, все-таки это колишні ветераны. Ну, ветераны, это трошки, воно так звучит, потому что нема переможе, и кто значит, будут переможцы. Всі поки що переможені, але, бо війна не завершена. Але, з іншого боку, ті люди з яскравим посттравматичним синдромом, маючи доступ до легальної і до нелегальної зброї, по суті, заміняють собою владу. І я би хотів, власне, вашу точку зору стосовно того, що держава втратила монополію на застосування сили. Так виходить.
Само государство утратило как таковое. Да, государство много чего утратило, но не утратило власть, которая представляет якобы сегодня это государство. Громадские, вы незалежные. Следовательно, ну, я бы не так не сказал бы. Там, где государство, там, где власть не хочет себя запятнать либо отдельные чиновники теми или иными проступками, либо откровенно преступными действиями, то туда засылаются вот эти так называемые народные дружины, там еще куча различных организаций. Инструмент для грязной работы. Совершенно верно. По-другому я это не могу пояснить, потому что они выполняют исключительно именно эту функцию, к сожалению. А вы, до речі, я дізнався, що 12 чи 14 мільйонів Кличко платить за існування так званої муніципальної варти, це крило, парамілітарне крило С-14, так званого сумнозвісного Жекі Карася. Я взагалі шокований. Получається, якщо вони мені, журналісту, будуть проламувати голову, а я дам опір, то виходить так, що... Да вы еще будете препятствовать деятельности общественников. Дружинники, да, это же дружинники.